Сочинской полицией разработан комплекс мероприятий для школьников и студентов, цель которых – знакомство молодежи со службой в полиции. В кинологический центр отправились ученики 8-й гимназии. Это первый на Черноморском побережье специализированный комплекс. База подготовки собак площадью 2,5 гектара – одна из самых крупных в России. Для каждого четвероногого полицейского установлен вольер площадью 10 квадратных метров. Особая гордость сочинского кинологического комплекса – зона для тренировок, где готовят собак, которые специализируются на розыске наркотиков и тротила. Кроме того, на базе есть собственная ветеринарная лечебница, а также зона выгула и так называемый зимник. Специалисты-кинологи вместе со своими питомцами показали детям шоу, не уступающее цирковым аттракционам. Здесь были и преодоление полосы препятствий, поиск потерянных или запрещенных вещей, задержание преступника. Кроме того, дети узнали особенности дрессуры собак, благодаря которым кинолог и питомец становятся настоящими друзьями.